Ну, чтобы вы не видели, как я хаваю. Зачем? Зачем смотреть, как я жру? Контент? Да. Бургер, который по всему лицу растекается. Ну, давайте, смотрите, наслаждайтесь. Бургер в хлебе с домашней котлетой, с беконом, с яйцом, со скрэмблом, с соусом. Пошутил. Господи, это... Да, химзавивку делал за 3000 рублей. Доступ до БТТБ могу? Не могу. Может, и могу. Могу? Не могу. Юля, это просто божественно. Да? Угу. Согласна. Это еще хлебчик, да, тостовый с отрубями? Да. Правильное питание. Да, с отрубями. Домашняя котлета без химикатов. Угу. О, сосед мой с соседнего дома, вот, пикает. Юль, надо помочь. У меня руки грязные, надо пикнуть. У меня уже тоже. Да, ну я аккуратненько. А Йонт, Йонт, слышишь? Угу. Йонт. Угу. Бери, короче, Нику. Нику и Бде бери. Или можешь взять Нику и 5. Пиздец. А как ты меня в муте опять? Расскажи. Хотя ты на пика говорил. Я не знаю, Йонт, я не знаю, это дота ебаная просто. Вы чё, обалдели, что ли, там в чате? Да уби их, ребят. Фларк, ты умер. Похуй. Блядь, Эмбер ещё умер. Ладно, ФБ наша. ФБ наша ещё и для мидера. Ну чё, и вард сломали. Все хорошо, ребята. БХ подо мной должен быть. Поэтому я толкнул. Еще и три руны. И БХ подо мной. Ой-ой-ой. Бэм, стан. Давай, долби меня. Долби! Там, пана, там БХ тут. Отстань меня на БХ. А, не успел, да? Ренжа заберу. Давай, долби меня на БХ. Реально вдолбил ведь. Да пофиг. Ребят, нам нужно смотреть, чтобы все украли. У тебя перспектива через 2 года покерманом стать новым. Не, я стримить не буду, я вообще не клоун. Я стримить ради потехи... Ради потехи не буду людям. Это вообще неинтересно. Это клоун, все стримеры клоуны. Согласен. Абсолютно. Я хочу стать киберспортсменом. Пикерман, то есть? Сука, перестаньте покупать все сентри. Дайте, блядь, хоть один в топ, мы против БХ стоим. Алло. Мы не покупаем. Да, а где они? Бэха, да, бэха. Бэха, дот. Пизданешься, блядь. На. Не, линия у нас с Араком прям пиздец. Интересно. Бро, я сатаном стою, как будто 2 места в маршрутке заняли. Знаю, я в этой разнице буду. Только он меня заебал, я не могу центр подставить. За мной опять бежит. Ладно, долби их, сатанчик. У него еще лотус есть. У него каталка нет еще пока. Скоро будет. Но котел старается. Да.
Я три раза, кстати, от ПО умер из Султанова. Да. Ты что-то про перелив говорил? Да. Ну вот зачем он все это сделал? Бахач руну экспы я забрал. Блять, нас оборовали на руну экспы, к сожалению. У него нет ресов вообще. Здесь дыхание бьет. Поздравляю, это килл. Ах, опять будьте. Ой-ой-ой. А как я умер, вообще... если у меня на мне второй оракул? Как я умер? Так он без урона бьет вам. По здоровью и от... в рот. Да сейчас она центровой подключится. Йонт, объясни мне, как я умер от колбы, если на мне второй оракул висит. Он физурон. Я его типа могу так снять дарт-пактом? Так, физурон от колбы, алло, физурон, физурон. А, ебать! Тэпнулся в топ в эспорн, я пулю. Я бегу топ за парень, вообще, его заебашен. Давай. Я одного крипа надо добить, чтобы я дом пущу. Давай, помогу тебе. Не понял, это что? Угнаешь, ребят. Угна переливает. Буха. Кому переливает? Сатану, как обычно, ничего нового. Не, пугна переливает. Вот тэпается с портала Сатана, чары. Как обычно, ПТС покупает. Как обычно, за старое взялся, блядь. О, Сатана, помоги. На мне трек, ёб твою мать. Надо... Ладно, это пиздец, кузай лавлю тут солид катку походу. Фух, ебать легкая сейчас. Здесь я подкормил, конечно, акулу. Дую вот сюда. На мне трек, ребят. Бейс подойти. Пэл летит бот, пэл летит бот. Ха, с пэлом, да, здесь нам не будет. 5 чаров. Жестко. Ну это вообще ужасно. Больше героев не левел. Больше смотри. Ненормально то, что они так делают. Чего, парень, твоя дома? Мне кажется, мы тут вообще через минут 25 никогда не въебем. Парень, они-то такую делают. Две секунды. Десять секунд. Замедлю через 4 его, через 2, парень. Го-го-го-го-го. Двигать. Откачу сейчас спелы. Активка, парни. Наконец-то месть была сотка, если честно. Урод на БХ надоел. Еще какой-то герой. Заберу банки, заберу, заберу. Его тяжело-то, ребят, как-то. Погнали, баха. Игра. Муха и бадян. Сними трек с Эмбера. Понял. Пошел нахуй. Я дофану мид. А, кепкой, блин. Думаю, к тебе сейчас еще чары прибегут, аккуратно. А мне трек опять.
ваша. Кушай, кушай, не обляпайся. Могу замедлить этого. Я кил кого это Оракл? Кто здесь? Оракл! Актив рун, сон. Оракл, размыть нас всех, пожалуйста. Мы все простим. Где Оракл ебучий? Да, маны. Нажми спейлы. Бегу, парни, бегу. Fight, go fight, ё-моё, go fight. Даманы, даманы. Даманы. Пока тут. Залью маны эти. Блядь. Мне надо было маны залить. Парни, так он не ничего умирает. Котл, котл, мне маны заливай, у меня паунсы без КД будут. Это прям, это вообще имбуля лютая, я играл вчера на сварке с котлом. Здесь. Я прилечу парня, рез. Надо Эмбера, мы убьем Вейда. Бегу, парня. Go. Меня прыгнули. Стане простоял весь файт. Меня видно было там ютубс. Заряжает банку химик. ВС в диспозиции, парни, здесь. Одного крипа оставь большого. Ща подобью его немножко. Можем химика быстро убивать. Демон Вич. И сварт сломали мы? Здесь сентри мы сломали. Из плохих новостей. И на самом деле им нечем. Бегу, бот. Бегу, парни, бегу, go fight. Я бегу тоже. Откачу спейлы чуть на меня. Боже мой. А чё он декрип не жмёт? Всё, сдался? А у него... он на алхимика нажал. Подвигай этой хуйней. Кто сопаты выкопал? ППМ дайте. Всех крипов забрал, сюда я. Да. Задрот, Нику. Нику, ты задрот лютый. Да, я. Хотя по профилю не скажешь. По профилю такое чисто. Додик. Когда твой профиль я первый раз видел, я вообще даже не мог подумать, что ты мидер. Видеть здесь обстоит. Короче, тебе нужно кила поставить на аватарку и какой-то ник с китайскими иероглифами, тогда нормально будет. Баха под тобой. Бегу, 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 ребята.
бегу, 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 на помощь. Больно, ебать. Ты умрёшь, если стики не нажмёшь, по идее. Тут бы я так на верочку назвал. Ироха делаем, блядь, Ироха. Делаем с тобой грязь, сатанчик. Блядь, в одном классе бы учились, пиздец, загрешили бы с тобой, Ироха. Аватарка, ник у меня норм? У тебя интересная, как раз для постера игрока неплохая. У тебя аватарка и ник. Забей, ну я разбираюсь, очевидно. Конечно, явно лучше, чем Пугна. Прошаривший. У тебя еще друзья такие, что окружение тебе позволяет мыслить, знаешь, правильно, в этом направлении конкретно. Не, если я думаю, тут все наоборот работает. Там вот это Алберка, Хне. Алберка. Хне нормальный, мне очень с ним нравится играть PUBG. The light shines. What? Жестко меня прессуют, блин. Меня гоним сейчас будет. A milestone. А не под меня парни кто-то сыграть. Я не могу доставить, мы вдвоем будем, умрем. В чем, смысл под тебя играть, когда под ритауром фармить? В чем логика? Ну он ёбнутый немножко. Го, смачок давим. Просто... Парень, тут застрял в ЭС, у него один степ остался. Остаюсь, правда. Бегу. Я для чего? Ченя. Я бегу. Ченя. Еще раз Ченя, проблем. Какие же у нас чины просто в команде? А я. Чем он байда пикнул? Зачем он байда пикнул? Критическая. Надо было гулю пикать, чтобы вот это все не работало. Талант раньше был на чакру дискорда. Гопа как-то ёбнем, может я его найду сейчас? Гопа Т3 пофармил. Моё любимое дело. Го next lobby, парни, дорогие. Ой-ой-ой-ой. Не переливай пуг на гол на неё, пожалуйста, Сар. Чакра, маджик, чакра. Бля. Ладно, мы не убиваем ее. Чё, прямой? Он не палится, на пугне, молодец, хорошо играет. Максимально не палится. Мана, всё по заветам Альберки. Держи, кушай, кушай, сатанчик, меня обляпкайся. Что, кушай, не говори так, пожалуйста, мне это кринж. А чего? А он сам часто палец. Кринжует, кстати, я, очень часто фраза, кринжует. Вся фраза, кушай, кушай. Что он делает? Врага ему наебал. Дай маны. Ребят, мне помочь надо, помочь, химик душит. Химик! Я настоящего бью. Это молодец. Все было на оракле, ничего не дал. Я сейчас разучаю его. Ребят, с ораклом надо помочь. Тут всем надо помогать. Блайндейд. Да, я думаю, он бы не помог. Я под Солором был. Я все надеялся на этого чала. Хотел блайнд оставить на ВС, который был здесь. Это была его аватарка хуёвая с ником. Чинов у тебя было. Это было обидно, парня. Одна секунда, дум. Обалдеть. Обалдеть. Ничего, Нику, там у Лару также связывает, он на мажоре. ДД в топе. Так же на эмбере играет примерно. Лару позитивный. Лару-то позитивный, но он такой рычок. На тебя похож чем-то. Ироха, давай долби, паунт сейчас как дан. Ой, таунт зашел. На, держи, третий еще. Все мое. Хорош. Дальше, парни, дальше. Полетели. Все, парни, отдыхаем, кушаем. Раньше все хейтили косарей, а сейчас их берут в команду, чтобы столько ПТ было дать. Все правильно. Сам. Я на рака полетел. What?
вернулся, успел забрать. Пауза, да, в детском садике. Короче, предысторию рассказываю, Сатан. Он две игры назад за меня на Тинкере 0.10 сыграл и в конце игры написал: Ироха, если я еще раз попадусь, я фидить пойду. Почему это должно именно мне быть? Я не знаю. Ты авторитет. Поделиться. Авторитет. Ну, старший брат там-то. Парни, воспитываю поколение дочери. Ебать. Давай, долби. Это чья инфузория? Инфузория туфелька чья, ребят? Я впугну. Ироха, держи еще паунса. Спасибо. Я говорю, это вообще имба. Три паунса подряд. Да, не понимаю. Три паунса подряд, это слишком сильно. Еще и два дарк-пакта. Еще я учёка на эмпере. Почему-то голос на его флеше похож, тоже кринж убила. Не, вообще не похож. Пугну, я пугну, сатанчик. Стрим заходил. Ой, сапов душат, ребята. Сапов убили вас. Его, парня. Держу его. Фиксирую. Дальше. Опа. Чайни его сейчас. Бэм. Ой-ой-ой. О, нет. Ау. Не помощь, парни. Обалдеть. Ё-мэ. А где команда моя, ребята? Сапа взорвал алхимик, ребят. Идем. Сапов взорвал травоман своей. Все, не говори. Кринж. Спасибо. Пугну. Да, блин, дота напугну. Да, в центре. Ой, держи, Ироха. Держи. Ироха, стой, Ироха. Ироха, вот здесь, Ироха. Ну ты чего, блин? Не, пофиг. Не, он влево ушел, блин. Забейте, как видите, пугну против себя и пикайте. Не, ну пугни вообще, ложкес такой же, кстати. Видите, ПО, пикайте против себя. Супер мусор, супер даун. Осуждаю. Видите, Ироху, парни, пикайте за себя, для игра будет. КД чакра. Ироха вайп создает, имя ты шаришь. Я эту хуйню забираю, парни. До сих пор забирают. Надо подвойти нам. Надо, наверное, по вышкам, ребят, поработать. Что думаете? Не знаю, что это. Надо бы. Я думаю, пока ночь, надо их жестко трахать, а не показываться на линиях. Пытаюсь навести камеру. Да, я пойду в топ лес искать челов. Не позволяет скорость камеры это сделать. Вряд ли они захотят файт принять, я хз. Он стоит тот пидор этот. Вижу, сейчас снимет. Суждаю. Йонт, чё? Да пусть снимает. Да, вообще. Вот спирит, ребят, думя. Вижу. Нету чакры. Чё, он сейчас пойдёт, думал. Пал. Ещё Ероха дал тебе, держи. И этого тоже. Пал. Да, понял. Там бардик пугно стоит. Не-не, сейчас. Опа. Чай полно наказан. Че, найду ее. Все сделал. Че ты хоть? Показать. Давай. Или сидела 20 минут, делала на провод от зарядки вот эту вот. Пружинку. Готов, да не видно там. Да покажи, что это. Думаю, у тебя. Я не знаю, парни.
Зачем? Чтобы что? Чтобы вот... Чтобы защитить зарядку от поломок. Поломок. Ломают очень быстро. У меня огонь есть. Не хочется тратить по миллион тысяч. Мы еще ни разу не покупали новую зарядку, если что. И не будем. И не будем, вот. Правильно. Вот. На перспективу. Алиэкспресс, 40 рублей. Да куда ты летаешь на доме? Где уже закончится? Домчику подкачаться, ребят, срочно. Смесь меня атак. Манта стайл. Орго. Как же плохо ему. Куда он двигается-то, ёбаный неуправляемый? Что это за стрейпы такие пьяные? Ладно, что мне? Это чё? Кимик Аганим кому-то подарил, кстати. Юрок, иди убей всех. Вижен, дайте она. Парни убивают. Да, варпуны норм, как долго. Поймал. Нет, ничего. Держи, Ироха, два паунца. Поймал, парня, фиксирую. А, ебать, манта. Чё, хуйня, перестать? Они дефают, это. Ща нолик куплю им, конец. А. Вот чё? Можно эскиф нанести, нанести ранку будет. Уйдите, ребята, фигня это. А, мана, нет, мана лайта. Пэл в шарде ушел. Дай маны, плиз. А, заговорил, да? А трек кто снимать будет? Только раки на Пэле без манты играют. А Егор Крид? Егор Крид только с этим, только с мантой играет, насколько я помню. Неправда. Таймач, держи, бро. Это в честь сегодняшнего дня рождения. Так, ребят, нам нужно быть после этой катки еще прерваться, перенести эскиз на полотно. Буквально минут 20, наверное, займет. Ну, посидим, пообщаемся с вами. Потом еще вот спрягаем. Все, пугни конец. Капздец, я бы даже сказал. Чё, парня? Хватит. Ироха. Пэл, выложу. Пэл, фантомансеру. Сейчас ты забыл. Ребят, какие же вы жесткие, спасибо. Эскиз скинуть? Я могу показать. Иллюстрация без названия. Вот такой будет ковер. Вот такой, да. Ну короче. Блять, он стоит там. Все. Неуязвимый. Тебя показывает. Своей. Сколько бы ты сдал? У меня было
Я забыл, сколько было. А, ну нормально, 20 что-то насыпало, 20 вроде.